14-й чемпионат мира ИААФ по легкой атлетике в Москве в самом разгаре. Сегодня третий день соревнований. В главных стартах сезона участвуют 6 спортсменов из Чувашии. Среди них марафонки Алевтина Бектимирова, Альбина Майорова и Татьяна Арясова. Ими уже пройдена дистанция в 42 километра и 195 метров. Выступление наших спортсменов было не совсем удачным. Первой в забеге стала кенийка Эдна Киблагат. За километр до финиша она буквально рванула вперед и финишировала в полном одиночестве, подтвердив звание сильнейшей, полученное в 2011 году в корейском городе Тегу. Россиянки не попали в двадцатку. Альбина Майорова пришла к финишу 21-й, Алевтина Бектимирова 26-й. Следом финишировала Татьяна Арясова. Бежать пришлось в сложных условиях. В Москве во время забега в воздухе было плюс 31 градус, а температура асфальта и того выше. Жары я не почувствовала, но видимо, организм, он как-то сам по себе сразу, видимо, среагировал и реагирует. Очень у многих была судорога, в том числе и у меня вот это проявление произошли, которых я вот давно не наблюдала. 24 человека у нас, как по, ну, говорят, падают. Прямо передо мной тоже девочки падали. Но, в общем, не очень-то хорошее время они поставили. Вообще, конечно, выступлением я недовольна. Единственное, что успокаивает, то, что я до конца добежала и финишировала. Так как по дистанции уже после 20 я уже чувствовала, что темп сбавляется, я почти на грани пешком, и мне трудно было поверить, что я до конца дойду до финиша.